Как его можно не любить? Кто не любит Питер, тот вообще не любит. Тут лох. Черный пес Петербург, мода на лапы, стынут сквозь пыль. Роковые глаза, эту ночь я вдыхаю твой каменный запах. Пью на саванне улиц, домов, поезда. Черный пес Петербург, есть хоть что-то живое в этом кладбище, чего-то не помню, каких-то там стен. Ты молчишь, ты всегда в состоянии покоя, даже в пору самых крутых перемен. Это цвет. Никогда никуда не спеши. Это песня... Шевчук, да, хорошая. Хорошая песня. Песня хорошая. Ну, я наизусть тоже не помню, но я не пела ни разу. Ладно. Она такая, тяжеленькая такая. Да. И вот надо вот этот вот безнадёгу спеть, ну, вот в припеве. Ну что, я могу себе читать. Шевчук, дядя Чучука, как говорится. Для кого-то Питер, это Питер Раскольникова. А я, кстати, была, я видела дом Раскольникова, на Сенной площади находится, я же сфоткала. У него даже свой дом есть? Да, дом Раскольникова прям, нет, да как-то. Зачем ему надо было квартиру снимать? Он подлинный герой, что ли? Ну, это как? Же Достоевского, это, ну как, герой. Там, как сказать, когда я шла по Сенной площади, иду и по карте, и карта мне показывает внезапно дом Раскольникова, вот карта, вот Яндекс. Я такая, в смысле, я подхожу? И вот там табличка, что вот здесь был Раскольников. Она прям там есть, вот, реально да. Табличка. Но Раскольников был, подпись. Вы, говорит, Раскольников, чего бабку-то убили? У него денег-то было всего так 20 копеек. Тут говорит, так, блин, 5 бабок, считай, рук. Нет, да, подождите, Раскольников, которого снимали, а? Или это истинный, это же не истинный герой. Конечно. Это же история об этом умалчивает. Ну, история, вот именно тот самый дом, который... Персонаж. Вот, персонаж литературы, да, есть. На Гороховой улице я искала дом Обломова. Там никаких таблички не было. И этот был Облом, спрашиваю. Никакого дома Обломова. На Гороховой улице нет таблички. И не Гороховой улице нет. Гороховая улица, это еще по Гоголю, помните? Да. По Гоголю. Ну и графа Мышкина. Да. Граф, кстати, там можно искаться. Графа Кошкина. Там что такое? Дома. Кошкин был уже. В квартире Пушкина я была. В музее Ахматовой была 4 раза. В фонтанном доме. Я прям в восторге от этого. Вообще, и в музее Ахматовой на фонтанном доме еще есть комната Бродского. И вот там живут 3 рыжих кота. Там же Бродский сказал, если придет рыжий кот, не прогоняйте. Вот там их целых 3. И они там валяются, вальяжные. Их там кормят. Все туристы приходят их погладить. Комната Бродского, это в ней такая комната, в которой есть... нету двери. Вот там, ну, двери, чтобы из нее говорящие не же фамилии. Не выходили. Ну, да. То есть там просто вот американский кабинет Бродского. Да. Есть надпись «Эррор», ошибка. Да. Ну вот, там... да, там есть на самом деле, бро, в фонтанном доме, да.